Сегодня губернатор Андрей Никитин провел совещание в Новгород-Автодоре. Темой стала уборка дорог во время новогодних каникул. Неприятных сюрпризов погода подкинуть не должна, по крайней мере, до 2 января, доложили представители МЧС. Прогноз на остальное время каникул будет готов чуть позже. По словам временно исполняющего обязанности начальника Новгород-Автодора, все предприятия дорожного хозяйства в области готовы. Запасы песчано-соляной смеси есть. Примерно 50 тысяч тонн. Подготовлены 115 единиц техники. Составлен график дежурства руководящего состава Новгород-Автодор, она каждый день, он доведен, значит, до всех заинтересованных организаций, значит, работает в круглосуточном режиме дежурной диспетчерской службы, Центр управления производством, мы его немножко обновили, а у нас работает прямой федеральный номер, это 8-800-550-80-53, вот, то есть круглосуточно люди дежурят, соответственно, по подрядным организациям ситуация такая же, все графики дежур составлены. Еще раз подчеркнем, что по номеру 8 800 550 80 53 жители области могут сообщить о нечищенных и необработанных песком трассах. При этом Андрей Никитин отметил, что реакция новгородских служб должна быть по следующему сценарию. Сначала решение вопроса, а уже потом анализ и поиск виноватых. Пожалуйста, совещание проведите со всеми муниципалитетами, с дежурными. По их готовности, по готовности их подрядных организаций, по обеспечению песком и всем остальным, да, то есть вот просто проверьте и будьте готовы, если где-то там будет сбой, прийти на помощь, хорошо? То есть если люди звонят по муниципальной дороге, да, и в районе возникают какие-то проблемы, ну, значит, направляем свою технику, да, и помогаем расчищать. После совещания главе региона продемонстрировали диспетчерскую, где с помощью интернет-карты, доступ к которой Новгород-Автодор получил благодаря соглашению с Яндексом, появляется вся оперативная информация. Добавим, что глава региона поручил также держать на контроле ситуацию с автолавками. Продукты в отдаленные населенные пункты должны доставлять без перебоев.